Вернулись к операциям. Хирурги одной из столичных клиник провели малоинвазивную процедуру по удалению опухоли головного мозга. Этот метод позволяет уничтожить раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Провели операцию 70-летнему пациенту из Хинчешт. 2 месяца назад у него диагностировали рак легких. В результате метастазы пошли и в головной мозг, из-за чего у мужчины практически полностью отнялись руки и ноги. Операцию провели хирурги Дан Лысый и Владимир Парпауц. Длилась она 5 часов. Опухоль была с кистой, примерно 50 мл в объеме, диаметром 3 сантиметра. Это была достаточно скрупулезная операция, где нужно было думать наперед перед каждым действием. Именно поэтому мы очень долго к ней готовились. Провели операцию методом микроскопической краниотомии. Хирургическое вмешательство в этом случае осуществляется посредством специального эндоскопа с видеокамерой. Мы использовали малоинвазивный метод. Он не так популярен в нашей стране, поскольку он новый. Мы сделали очень небольшой разрез, что позволило не травмировать ткани. А значит, пациент еще быстрее пойдет на поправку. Пациент пришел в себя уже через 3 часа после операции. Выписать из больницы его намерены через неделю. Хотя процесс реабилитации может занять несколько месяцев. По словам врачей, ежегодно в Молдове проводят несколько сотен операций на головном мозге. Однако в некоторых случаях, отмечают они, пациенты обращаются за помощью слишком поздно. При появлении таких симптомов, как сильная продолжительная головная боль, а также усталость, апатия, проблемы с чувствительностью конечностей, мы рекомендуем сразу же обращаться к врачу. В наш век, когда столько возможностей для диагностики, выявить болезнь на ранней стадии очень легко. В прошлом году в Молдове зарегистрировали более 10 000 новых случаев онкологии. Почти 12% из них – рак легких.